Добрый день, мои дорогие друзья и подписчики, и те, кто еще не подписался на мой канал, те, кто просто заглянул посмотреть это видео. Я сегодня к вам вот с такими двумя посылочками. Это две посылочки. Я вчера приехала с моря, и мне в ящичке лежит, значит, извещение о том, что мне пришли посылки. Я, конечно, знаю, что это за посылочки, и дальше вам об этом расскажу, но пока я вначале хотела показать, какие вот они пока еще не открыты. Я сейчас открою и все вам расскажу подробненько. Итак, мои хорошие, я разрезала мешочки, немножко вам пошелестю, но когда я разрезала и увидела, что там лежит, я, как и вы, даже не знала, что там находится, примерно знала, но я никогда в глаза даже не видела то, что там находилось. И когда я это увидела, то я решила, даже не вытаскивая с мешков, значит, постепенно показывать вам и вместе с вами смотреть то, что мне прислали. Так. Обе посылочки были любезно предоставлены мне фирмой Гамма. И, как я уже говорила, я не знаю, что там в них находится. Примерно знаю, но никогда этого не видела в глаза. И буду вместе с вами смотреть. Значит, первое. Это вот такая коробочка. Обратите внимание, она довольно-таки... наверное, с полметра в длину. И это приспособление зонт для перемотки пряжи. Вот видите, картинка такая. Я еще не знаю, повторюсь, как им пользоваться. Все это я разберусь, покажу вам, как это работает, как в применении. Под этим видео я оставлю все ссылочки, где можно приобрести это все. И вот такие журналы. Я так понимаю, что это каталоги. Мы вместе с вами посмотрим их, конечно, тоже. Видите, сколько каталогов. Мы все их посмотрим с вами. Я подробнее вам покажу, пока я открываю. А затем мы с вами будем все это подробно рассматривать. Я думаю, что вам тоже будет интересно. А здесь вот такая, помимо того, что в пакет завернули, так еще и такая коробочка. Сейчас я ее раскрою, посмотрим, что там находится. Итак, смотрим, что у нас находится здесь. Ого! Здесь находится пряжа Альпина. В количестве 10 штук. Нифига себе. Ого. Я прямо вообще в шоке. Так, это что у нас? Это контейнер для пряжи. Ой, вот то, что мне нужно было. У меня вечная проблема с тем, что клубочек катается и по полу, и по дивану. Вот мы посмотрим дальше, что из себя он представляет. Вот. Так. Что это у нас тут? Это у нас приспособление мотовила для перемотки пряжи. Ага, я поняла. Это, там, значит, перемотка в пасму, а это перемотка в моток. Да, что-то подобное я уже приобретала на китайском сайте AliExpress. И еще куча каталогов. Не знаю, повторяются они или другие. Наверное, повторяются. Ну ничего, посмотрим. Я выберу, что как. Посмотрю, что интересное, чтобы вам показать. И мы с вами полистаем эти каталоги. Значит, все эти товары вы можете найти в магазине Леонардо.
Я думаю, в каждом большом городе такой магазин имеется. Также вы можете пройти по ссылке внизу на сайт фирмы Гаммы и выбрать нужный вам товар, который вас заинтересует. А также я вам оставлю ссылочки на каждое из этих приспособлений, чтобы вы не искали долго. Оставлю ссылочку. И если вам понравятся такие приспособления, вы всегда сможете приобрести их. А они не очень необходимы, вот вязальщицам очень необходимы. Лично мне, как бы в свое время, когда я кавказскую пряжу приобретала, и мне нужно было перемотать, мне очень пригодились вот эти вот приспособления. Ну что, дорогие мои, вот я вам показала, какая посылочка мне пришла. А в дальнейших видео я вам расскажу, как используется это приспособление и понравилось оно мне или нет. Ну а пока я хочу вам сказать, что я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы вам побольше в жизни было радостных событий, таких как вот мне пришел подарочек, я очень-очень рада. Ну и многие другие. А также хорошего настроения, легких петелек, как всегда. И до новых встреч, до новых видео.